Едем? Поехали! И вот тут на заднем сиденье тут сидят три туза! Да. Впереди не менее тузы. И все бубновые. Так, и вот так вот мы едем. Это примерно было так, как вот мы... Я на такой скорости... Не на такой скорости, а обалденная скорость была, кстати говоря. В Беляевке. Итак, мы находимся на озере, как называется? Попово. Красота неописуемая просто. 9 часов утра. Солнце взошло, непаханная целина, кроме нас, так сказать, никто не ходил. Сейчас посмотрим, как Виктор Юрьевич крутит вот это буром впервые. Впервые эта съемка будет эксклюзив. Королевец бурит. Так, щек не надувай. А ушанка какая? Давай бури, давай кричи. Как будто только с поставки. Давай крути активнее. Активнее. Виктор Большой делает умное лицо. Так сказать, сейчас он первую рыбу вытянет. Он самый профессиональный из профессионалов у нас вот собрался в компании. А на заднем плане артист. Заслуженный, так сказать. Так крути, крути давай. Что снять? Что, жарко уже стало? Так, нецензурную брань, пожалуйста. Это будет все выложено в интернет. Рыбалка 2012. Да, рыбалка 2012. Открытие сезона. Ну, для меня, для Поплавского, по крайней мере. Крути, Витя, крути.
Сегодня хорошая солнечная погода. Мы с коллективом выехали на рыбалку. На озеро Попово в Одесской области, Беляевского района. А можно не спешить, у меня тут на 10 часов можно снимать, поэтому можно не спешить. Не знаю, правда, то ли мы браконьеры, то ли мы платные, то ли не платные. Сейчас вон с той стороны появились эти... Профессионалы. 1-0. Появились сейчас эти, придут. Штрафовать придут. Где ноги, это он все хочет. Видя крутитов. Насколько водоем имеет рыбу. Вот сейчас пару лунок вырыли. Пробуем на опарыша. Что кривая, это руки кривые. Если ты первый раз бур в руках держишь, ты не в ту сторону крутишь. Ну что, выбурил или нет? Давай я побурю, на, поснимай, иди сюда. Только не мои яйца, как ты снимал, когда я купался. Иди сюда. Давай это, давай я покручу, иди, поснимай. Давай я покручу, на. На, только вот ни на что не это, вот так держи. Давай. Это я. Крути в какую сторону, в эту или в эту? Подскажи ему. Так. Эту так. И поехали. Наоборот. Ну все, открытие сердца. Да не надо так делать, Витя, поверни в руку. Вот так вот. Вот так оно и делает. Говорю, что вас кровью сделаем. Ты же переворачиваешь. Так. 9 часов утра. Нет, а если вот этим ящиком вот так вот поставить его. Сейчас еще вот порвался тут. Сейчас тут надо целый плунок разбрить. А потом бур неточеный, наверное. О, давай. Начинается. Лед крепкий. Лед вот нормальный. Дай напильник. Мышцы за зиму. Ты, не. Ты что, охренел, блядь? Что ты делаешь? Что такое? О, жидя-то устали, блядь. Надо резче крутить. Нет, надо просто снять перчатку. Те, кто много говорит, так он мало работает, я смотрю. Дай тебе попробую сам бур. Не надо ничего. Дай, 2 секунды. А там мы уже пробурили, вон, уже смотри там. А я сейчас поймаю. Витя под весом за 2 секунды пробури. А, Витя, да, весом возьмет. Одну сейчас. Руку положил, и бур уже прошел. Это надо, чтобы две руки кто-то крутил. И так это будет очень быстро. Как это две руки? Нет, кто-то... две руки на это. А, прижать, да, а другой крутит. А кто так крутит? Это да. Как молдаване, да? Но один держит лапочку, пятеро крутит табуретку. 30 просверлить. Вот надо одному держать, а другому крутить. Все? Есть? А что ты вниз опять яйца? Сверли. На. Я. Надо взять Игорь. Кручу. Посломайте мне бур. Сломаем. Надо это, ножом подправить снизу. Эту, слышишь, каретку? Ну, это так поправь. В эту сторону, да? Нет, туда. Ты спросил нас этим делать. Да. Вот так. Не, они помогли. Я сильно придавил. Нет, сильно. Вот так вот. Нормально, вот так вот. Нормально. Чуть-чуть вот так. Ну, куда он так ходит, ребят? Вы его погнете, сейчас сломаете. Не, так оно точнее. На, ремень идет. Вытащи ножи, попробуй. Да нет, нормально. Ты уже пробейте уже эту лунку, ё-моё. Там, наверное, да. Не, смотри, почти весь. Вдвоем бурить лунку, это, конечно, первый раз в таком жизни видел. Ой. Во! А шо во? Блин, куда мы там? О, нифига себе. Есть он так. Надо крутить. Надо его крутить. Папа, а ну-ка крути. Класс. О, уже и рубином поймалась. Вот так вот. 40 сантиметров. Дай сюда. Бур. На, Игорь, свой. Игорь, на это. Переверни его. Какая красота. Ой, нож. Что такое? Просто красота. Неписанная. Попробуй. А зачем чистить?
светлое было. А, это так надо? Здесь везде темно. Так. Это будет светло, и здесь будет дырка. Ага. Вот. Она думает, что здесь вообще льда нет. Ну, и будет сюда идти. Все, бурим. Еще прикольно, когда светит. Да, тут сейчас будет пипец, блядь. Возле каждой лунки по 3 килограмма. Будем кричать под сак. Только не громко, а то сейчас все эти послетаются, эти рыбинспектора и хозяева. Ну, сантиметров 35, наверное, да, есть. Сейчас давай я попробую, сейчас это.